Столбы разноцветной пыли стоят в воздухе в греческом городе Глаксиди. Здесь в рамках старой карнавальной традиции все обсыпают друг друга разноцветной мукой. Мучные бои привлекают сотни участников на мероприятие в рыбацком городке примерно в 200 километрах от Афин. Они проходят в так называемый «чистый понедельник», который знаменует окончание карнавального сезона и начало греческого православного поста. Это фантастика! Да здравствует мучная война в Галаксиде! Встретимся в следующем году. В следующем году. Приезжайте и повеселитесь. Участники надевают защитные очки и одноразовые малярные костюмы, чтобы защититься от муки. При соприкосновении с влагой она превращается в липкую массу, от которой потом сложно отмыться. Но людей это особо не тревожит. Это фантастика. После COVID мы приехали сюда, чтобы расслабиться. А вот зрители, чтобы обезопасить себя от мучного буйства, предусмотрительно собираются с другой стороны залива. Никогда не видела таких облаков пыли и такого веселья. Просто прекрасно. Я в восторге. Все было супер, как обычно. Было много участников и вообще очень много людей. Считается, что эта традиция зародилась в 19 веке, когда Греция была частью Османской империи. Правители в то время запретили карнавальные гуляния, но, несмотря на это, местные жители мазали лица пеплом и танцевали на улице. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.